подписчиков, зрителей канала. Продолжаем обзоры спортивной обуви. Сегодня рассмотрим Adidas Rocket Boost. Модель свеженькая, вышла в 2020 году, совсем недавно. В 2013 году была представлена первая линейка беговых кроссовок Adidas Boost. С годами популярность этой технологии выросла настолько, что ее начали применять не только в моделях для бега и других видов спорта, но и в повседневной жизни. Boost – это вспененный термопластичный полиуретан. Бренд Adidas выпустил высокие беговые кроссовки специально для непредсказуемых городских рельефов. Верх у нас из текстиля, он очень плотный, вот, хорошая ткань. Также имеются резиновые вставки в носочной части и в задней части кроссовка. Для шнурков сделаны идеальные, я считаю, на мой взгляд, крючки для шнурков. Они просто великолепно выполнены. Язык у нас плотный. Swoosh Adidas, на заднике Swoosh Adidas. Вот. Значит, также верх у нас интересен чем? Полоски Adidas выполнены с рефлективом. Соответственно, светятся очень ярко под разными углами освещения. Также интересен на берце принт в виде журавлей. Такой интересный, на мой взгляд, рисунок. Также отделан этот рисунок мягкими подушками из текстиля. Вот, смотрится очень интересно. Значит, подкладка у нас идет на флисе. Вот, отделан полностью флисом у нас. Кроссовки теплые. Стелька у нас несъемная. Она также отделана флисом. И на стельке надпись BOTS белого цвета. Вот. Так что для бега в прохладную погоду будут очень идеальны. Подошва из буста очень комфортная и имеет отличные амортизирующие свойства. Хорошо возвращают энергию. И, соответственно, материал выдерживает различные температуры, выдерживает диапазон широкий температур, поэтому можно бегать, как говорится, и в дождь, и в снег. Носить рекомендую осень-весна. Ценовая категория 9000. Сегодня трудно представить Adidas без буста. Его уникальные свойства возврата энергии навсегда изменили мир бега. Adidas продолжает развивать и совершенствовать технологию, делая новые шаги навстречу будущему. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Серега. До новых встреч!
Пока-пока.